Вставай, Питер. Я тебе костюм принес. Приятно видеть здесь сегодня столько незнакомых лиц. Мама была бы очень тронута, хотя без паранойи бы не обошлось. Мама была малообщительным, замкнутым человеком. От продюсеров «Ведьмы». Это бабушка. А ведь ты была ее любимицей. С самого рождения. Она мне тебя кормить не давала, все сама. У нее был трудный характер. Видимо, поэтому я такая. Я вас сразу узнала, вы копия мамы. Что? Иногда у меня такое чувство, что она стоит рядом. Ничего себе, вы видели, что это было? Она еще здесь. История внутренних демонов, что достаются нам от родителей. У нее были свои обычаи, свои друзья. Изгоняющий дьявола для нового поколения. Кто будет обо мне заботиться? Как кто? Конечно же я. А после твоей смерти? Ужас, пробирающий до костей. Она была не в своем уме. Перед смертью. Шедевр в жанре хоррора. Мам? Что-то не так. Пап, что-то не так. Что происходит? Питер! Не смей повышать на меня голос, я твоя мать! Хватит! Мам, что происходит? Пожалуйста, хватит! Моей семье и без того нелегко. Реинкарнация. Скоро.